Между тем, сегодня получить компетентные ответы на вопросы о вакцинации могли жители республики во время работы прямой линии по вакцинации. Представители регионального Минздрава рассказали, что сейчас можно поставить прививку одним из трех препаратов, сертифицированных в России. Выбор должен сделать не пациент, а его лечащий врач с учетом возрастных особенностей, хронических заболеваний и общего состояния организма. И напомнили, что вакцинация – это единственный путь спасения от смертельной заразы. За истекшие сутки в Чувашии 57 человек получили положительный результат ПЦР-теста. Пятеро скончались. При этом специалисты уточнили, что вакцина не исключает заражения. Никто не говорил, и нет такого, что, сделав вакцину, значит, вы защищены на 100% от всего и вся. Но важным фактором считается, что вакцинированный человек и риски, значит, возникновения осложнений в случае заряжения, а самое главное, летальный исход, снижается в разы. Поэтому, еще раз повторюсь, и, наверное, чтобы это звучало красной линией, что вакцинация – это единственный путь спасения.